Актюбинская молодежь, вдохновленная приближающейся выставкой «Экспо», творит уникальные работы. Площадкой для воплощения их творческих идей стал один из развлекательных центров города. Здесь прошел конкурс на лучшую работу с использованием логотипа «Экспо». В нем приняли участие десятки молодых людей – студенты, школьники, дизайнеры, художники и просто активисты. Для своих работ они использовали различные техники изобразительного искусства – аппликацию, бисероплетение, живопись и даже боди-арт. С помощью холстов, бисеров, своих рисунков и своего видения наши ребята могут показать и рассказать нашим казахстанцам видение актюбинцев, экспо, а также важность данного мероприятия для нашей страны. Мы изобразили три главные стихии – это воздух, землю и солнце. Так как в экспо будет представляться именно энергия будущего, и она будет основана именно на этом.